Физули возводят первый жилой квартал, где уже с минувшего года строится 24 жилых дома. На возведение еще 14 зданий объявлен тендер. Работающему на стройке Вугару Гусейнову было 14 лет, когда вместе с семьей он был вынужден покинуть Физули. Их дом, полностью разрушенный во время оккупации, располагался близ строящегося квартала. Вугар вернулся домой спустя 30 лет и участвует в строительстве нового города. Горд и счастлив этим. Очень горжусь своим участием в строительных восстановительных работах в родном районе, родном квартале. Верю, в ближайшее время мы будем обеспечены жильем, построенных самими домах. Мы вернулись и будем жить на родной земле. По проекту в 38 зданиях жилого квартала 846 квартир, 318 двухкомнатные, 430 трехкомнатные и 98 четырехкомнатные. Здания 4, 5, 6 и 7 этажные. В зданиях предусмотрены пассажирские лифты. В каждом по два лифта. В одноблочном здании один лифт. Просторные комнаты, зал, кухня. Квартиры будут оснащены кухонным оборудованием. Залы просторные и светлые. Жилые комнаты соответствуют необходимым стандартам. В жилом квартале также предусмотрено строительство бизнес-центров, объектов торговли, общественного питания, культуры и жилищно-коммунальных объектов. Будет заложена зеленая полоса, сооружены фонтаны и проложены велосипедные дорожки. На следующем этапе будут также возведены частные дома и продолжится строительство новой инфраструктуры. Автомобильные и железные дороги пройдут от северной части города, где международный аэропорт. Большая территория отведена под лесной массив. Эти проекты совсем скоро осуществятся, и мы увидим новый Физули, куда вернутся его жители и будут там жить. Первый жилой квартал будет готов к концу текущего года. Пярвизин Рамоглу, Эльгин Гамбаров, Сабина Алиева. Новости оставайтесь.